30 лет назад Игорь Стадник открыл в Лос-Анджелесе службу доставки «Мист». Компания отправляла посылки на постсоветское пространство со всего западного побережья США, но в один миг все изменилось. Отправляли мы в месяц около 20-25 контейнеров с этого берега морем и несколько тонн в неделю самолетом. С начала войны мы переделали всю систему нашу логистическую на гуманитарную помощь. Вторую неделю каждый день Игорь Стадник отправляет тонны гуманитарной помощи землякам за счет своей компании. На данный момент мы отправили уже с Портленда, Сиэтла, Сакраменто и Лос-Анджелеса где-то 12 контейнеров морем. Грузы готовы на авиа, у нас где-то около 20 тонн на этом берегу. Сотни тысяч человек несут гуманитарную помощь. И это не только диаспора русскоязычная или украиноязычная. Это китайцы нам приносят, тайванцы. То есть люди других национальностей, и они разделяют нашу боль. Сам Игорь переехал много лет назад в Калифорнию из Львова. В Украине остались родные и друзья. Мне тяжело говорить, потому что мое сердце, моя душа с Украиной, с моим народом, который борется там и умирает. Детские смеси, подгузники, лекарства, товары первой необходимости доставляются в Европу грузовыми самолетами. Сейчас летит на Германию, на Франкфурт, оттуда наши пацаны везут на Львов. Со Львова уже там, чтобы, которые сами распределяют, что куда. Хочется помочь чем-то, но так далеко, не знаю, что сделать. Ну и мы решили, что вот таким образом можно хоть как-то помочь. Каждый день паковать коробки с гуманитарной помощью в офис компании приходят иммигранты из разных стран. Роман из России. Помогаем грузить гуманитарную помощь для жителей Украины. Все, что можно сделать, все, что в моих силах, я могу сделать. То есть я хочу помочь, я делаю. Пункты приема гуманитарной помощи работают в Калифорнии ежедневно. Их тут не десятки, сотни. Потому что в помощи в этой нуждаются миллионы украинцев.